нарушены и единство ливийского народа, и территориальная целостность Ливии. И, безусловно, мы, как очень добрый, давний друг вашей страны, заинтересованы в том, чтобы помочь преодолеть эти трудности. Как уже показала практика, попытки навязать какие-то решения извне проваливаются, и мы будем твердо отстаивать необходимость создать условия для самих ливийцев урегулировать все свои проблемы.